за последние 3 года это первый турнир, где разыгрываются титулы чемпиона мира. Каждый вот этот цепь надо пройти, проверить. Видите, все как меняется. И по дням, по часам, по минутам. Чемпион, помимо своих призовых денег, получит еще и наш компьютер. Если они так говорят, значит, это лучшее шоу. Все, уехал. Мы тоже поехали домой. Россия самая лучшая и сверхдержава. Ну что, финализируйте наши гостей. Вон, да, телевизор ставят. Калина полностью закрылся, да? Трибуна нигде не упадет. За свет. Сейчас пойдем посмотрим трибуны. Кто гарантия, чтобы никто не пострадал, самое главное. Сейчас у нас происходит монтаж пола Колизея, брендирование баннерами. Вот, устанавливаем свет, звук. Вот у нас здесь такая красивая сцена. Пригласили сделать звук и свет. Приехали из Самары. Масштабное все сделано. Действительно, как будто Колизей. Условия отличные. Пляж, еда, воздух, хороший коллектив. Основная сложность была — это солнце. Невозможно. Посмотрите, парни все красные. Кто-то с температурой вложился, то есть никакие крема ничего не спасало. Я обожаю свою работу, мне нравятся все проекты, что связаны с декорациями. А этот один из крупных, поэтому все нравится. Спиваем, не спали, ребята работают на износ в 2-3 смены. Одна бригада уезжает, другая приезжает, все будет срок сдано. Каждую вот эту цепь надо пройти, проверить. Фиксацию все остальное каждый, наверное, чтобы никто не упал, ничего. Это очень важно. Самое главное, чтобы болельщикам, зрителям, и, конечно, нашим боксерам комфортно, уютно, чтобы везде смотрели, кто как живет, питание, все у них все хорошо. Весь мир будет прикован к этому мероприятию нашему. Я-то думаю, они здесь работают, смотри, у них там. Там что? Не работал. Ну, да, близкие, как это не работает? Почему я вчера твоей работой занимался? Да. Я их кормил, поил, в номер нормально заселил спортсмена. Нет, как, почему? Нет, подожди. У тебя это привез спортсмена, расселение. Почему? Они голодные оказались. Потому что Татьяна сказала, нет. Татьяна сказала, что ты не проинформировал, во сколько кто приезжает. Это уже косяк ваш. Отчет с вас. Потому что я вчера увидел, это было Татьяна. Вы не организовали ни питание, ни проживание. Сейчас девчат посмотрим, ответственны они или нет. Да, посмотрим. Что, пошли проверять боксеров? Мы сейчас находимся на базе «Лесная пушка». Давно хотел сюда попасть, много про нее слышал. Все классно, начиная от номеров и заканчивая питанием, столовой. Все классно, все для боксера, все для успеха. Меня зовут Хасан Салахидинов. Приехал я вчера на этой базе первый раз. Заселился, все круто, мне все нравится. Очень понравились тренировочные боксерские залы, размещение, питание. Все круто, все на высоком уровне. Мы сейчас находимся на спа-комплексе на Лесной опушке. Тут прекрасные условия. Очень сильно поражен, что есть вот такие условия для
юных боксеров, для боксеров, профессионалов. И, конечно же, спасибо огромное Умару Назаровичу Кремлеву за то, что он предоставляет такие условия для спортсменов, для боксеров. Меня зовут Артур Нагопетян. Приехали мы позавчера. Предоставлены все условия для спортсменов, все на высшем уровне. Сейчас мы пойдем в столовую, и мы покажем, как нас кормят. Сегодня взвешивание. Face to face. Face to face, говорит он. У меня взгляды. Мы же русские люди. Я вам покажу, как эта арена строилась. Вау! Сказка. Смотрите. По дням, по часам, по минутам. Как у нас с безопасностью? Все нормально, это нормально. Все готовим. Без 15-4 развод, расставляем людей. Да? Все, с 4 уже здесь было. Нет. Виталь, ты вот это сделал, она вот последние ряды не будет загораживать? Сейчас проверим, лично проверим. Так, сижу здесь и прям вижу. Отсюда даже будет лучше видно. Просто бомбяк. Че вы, готовы? Сердце стоит мировой столицей бокса. Другого варианта не должно быть. Честно, самое главное, чтобы спортсменам удобно, классно тут было. Впервые в истории в России построен Колизей в таком масштабе. За последние 3 года это первый турнир, где разыгрывается титул чемпиона мира. Международный турнир с таким высоким статусом. Мой родной город – это Серпухов. Я хочу, чтобы это в Серпухов проходило. Мы со всеми проговорили, согласовали, чтобы это прошло в Серпухов. В общем, главная задача наша, чтобы все бои были конкурентны и непонятно, кто выиграет. Вот в этом интрига и сегодняшняя карта, сетка собрана так, что лучшие боксеры сегодня здесь. Это ты здесь ответственный за кухню? Здравствуйте. То есть, да, попробуйте брестки говяжьи. Лучшая будет кухня, да? Очень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мармелад. Ой-ой-ой-ой. Давай попробуй, Сань. Я так понял, самая вкусная здесь будет тусовка. Здравствуйте, это наш друг. Здрав... У вас вообще-то друг наш. Как дела? Все хорошо. Да. Давай, смотри. Вижу, он уверенный. Вау, смотри, какой красавчик. Ну ты завтра на боксе где? Будешь? Где красавчик? Конечно. Он там, смотри. Я правда, уже набоксировался. Да? Да, судя по мне, да, набоксировался, и причем не в мою пользу. Почему? Нормально? Теперь смогу накостылять. Да. Скоро мы совместно сделаем. Зато смотри, какие у тебя модные. Да. Герб какой модный. Сам делал. Совместную песню про бокс. Ничего на свете лучше нету, чем ради друзья по белу свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот ваш учитель. Ла-ла-ла-ла-ла. Скоро будем. Скоро мы разошлись. Я тебя, конечно, назначаю сегодняшний день их учителем. Сейчас, как ваш комфорт? Нет комфорта. Нет комфорта, ужас, да? Мы поменяли зеркало на фотку. Виталий, ну дело для девчат нормально. Ну ты можешь сказать, смотри, что ты грязный. Мы делаем красоту. Завтра зеркало. Обязательно все будет. Завтра. Чего завтра? Все а сегодня есть. Выступать? Сегодня все готово уже у нас. Это организатор просто такой вот. Бессовестный. Я завтра приду, проверю. Знаете, Рой Джонс? Чемпион мира по всем практически весовым категориям по боксу. А, мировая звезда наша. Здрасте. Уйди. Ты-то не интересный никому. Да я знаю. Уйди. Вот Настя интересна. Вот Настя молодец. Вот дочка Настя интересна. Молодец. Роджан Джуниор! Да, в тапочках выходи. Рой, давай босиком. Приветствую.
We are here with the Umar Azarevich. What's up, my brother? We are already waiting. We're here. Okay. Good? So good. Good. Good, 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 good. How are you, brother? Okay. Gold is right. Good. Gold is good. 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 Listen. Да. Да. У вас оценивают на самая высокая оценка. Еще лет 10 назад, когда я переходил в профессиональный бокс, тогда Умар Назарович еще не было в боксе. Я бы не перешел в Канаду или в Америку, если бы Умар был еще 10 лет назад. Искренне говорю это, так и есть.
Спасибо большое, Умар Назарович. Все благодаря вам. Спасибо. Все благодаря тренерам, спортсменам и вот людям, которые сегодня приехали поддержать всех. Спасибо огромное вам всем! Каждый человек говорит, конечно, это очень крутое шоу. Это лучшее то, что видит. Вот Артур Бетельбиев прокомментировал тоже. Боксируя в Америке, в Канаде, он никогда не видел такое мероприятие. Если они так говорят, значит, это лучшее шоу. Это сделано для того, чтобы показать. Матушка России – это сверхдержава спортивная. И лучшие события могут проходить только у нас. Не ожидал, что будет так, если честно. Получился такой колизей эффектный. Я когда заходил, такой думал, что это такое, что за декорация? Получилось очень круто. Не хочется, чтобы это убирали. Хочется, чтобы постоянно было и проводить какие-то мероприятия. И уже сразу слюни пустил. Я же начал тоже сейчас делать бои. И почему бы не здесь провести? Вот, если там отмашка зеленая будет, я готов. Очень круто. Самое главное, я встретил Роя Джонса, моего кумира. Подошел с ним сфоткаться, захотел, он меня отшил, сказал попозже. Вот сейчас надеюсь все-таки с ним сфотографироваться. Друзья, ну что, мы дождались? Альберт Патаргази. Я хочу объединить и стать абсолютным чемпионом мира в нескольких весовых категориях. Я судорожно извиняюсь за такую свою наглость, но это так. Прошу любить и жаловать. От этой тишины звенит в ушах. Покажем яркий, жесткий бокс, жесткий бой.
обещали. Вот твой Мерседес. Он стоит там впереди. Пошли за ним. Включай, включи ему. Включи выше. Мы тоже поехали домой.